Судя по туристическим точкам на местной карте достопримечательностей, нам много чего предстоит посетить. А куда мы отправимся на этот раз? Я всех приглашаю на прогулку в маленький уголок Франции в Беларуси. Я чувствую подвох, друзья. Говорят, там много достопримечательностей. Знаю, что вы удивляете туристов не только экспонатами сельского быта. О, Господи Боже! Знакомство с органом произошло. Спешим в новое путешествие и строим свои маршруты.